Здравствуйте. В регионе проверят дороги, которые ремонтировали в прошлом году. Если выявят недостатки, от подрядчиков потребуют их устранения. Такую задачу поставил глава региона. Андрей Травников взял под личный контроль качество проведения дорожных работ. В этом году предстоит отработать 54 дорожных объекта. В целом, на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году у нас направляют порядка 2,5 миллиардов рублей. И, как подчеркнул руководитель области, важно создать условия для своевременного и качественного выполнения столь весомых объемов. Стоит отметить, что сроки заключения соответствующих контрактов закончились в марте, однако заключены они были не по всем объектам. Почему так, какова ситуация в данный момент и как планируют решать поставленные задачи? Об этом говорим в программе «Отдельная тема». И на вопросы готов ответить исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. Анатолий Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Я начну чуть с другого. Приоритетные цели проекта «Безопасные и качественные дороги» – это сокращение количества мест концентрации ДТП и приведение дорог в нормативное состояние. Вот за прошедший год насколько в нашем регионе удалось выполнить соответствующие задачи? За прошлый год те планы, которые мы ставили перед собой, они были выполнены. Было отремонтировано 123 километра и ликвидировано 33 очага концентрации ДТП. Это те планы, те цели, которые мы перед собой ставили. Отремонтированные километры позволили нам процент соответствия соответствующих дорог соответствующим нормативным требованиям поднять с 31 до 42,6%. Всего очагов концентрации ДТП у нас 71, 33 ликвидировали, задача на этот год это уже 19 очагов, по ним отработать полностью. Существенные подвижки. На сегодняшний день сколько дорог в нашем регионе требуют ремонта? И в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» сколько сможем отремонтировать? Всего у нас по программе «Безопасные качественные дороги» попадает 1059 километров на начало реализации программы, на начало прошлого года. Вот в прошлом году мы 123 километра отремонтировали, 100 километров – это планы работы на этот год. И, как я говорил, уже выполнить в первую очередь, конечно, работы по ликвидации 19 очагов концентрации ДТП. Скажите, какие территории будут задействованы в большей степени и почему? Объекты выбирались в первую очередь, попали в программу, которые имеют наибольшую интенсивность движения, имеют очаги концентрации ДТП. Это улично-дорожная сеть, которая влияет непосредственно влияние на агломерацию, на дороги и улицы, которые работают в режиме перегрузки. Вот это 1059 километров. Объекты, которые ремонтируются в этом году, были определены по результатам диагностики, экспертных оценок и результатов общественных слушаний, которые прошли в этом году, вернее, в прошлом году, а в этом году уже прошли слушания по программе работ 2019 года. А мнение жителей как-то учитывается при выборе объектов? Да, обязательно учитывается. Помимо вот общественных слушаний, про которые я уже сказал, проходили в прошлом году и в этом году, у нас также есть страничка ВКонтакте, в интернете. Пресс-служба в этом плане работает, обязательно учитывается мнение граждан и выносится на общественное обсуждение и на экспертную оценку. И вот что касается сроков заключения контрактов, о чем я сказала в начале, если не ошибаюсь, 31 марта было последним днем, когда можно было заключать эти контракты, но тем не менее вот, не все было сделано на тот момент. Какие меры были предприняты и какова ситуация вот сегодня, в данный момент? Действительно, контрольная точка заключения контракта была 31 марта. У нас город Новосибирск и территориальное управление автомобильных дорог заключили контракты вовремя. Не заключили контракты. У нас город Обь на сегодняшний момент. Здесь причина как раз была то, что во время прохождения общественных слушаний изменились приоритеты. Планировали отремонтировать улицу Строительную. Теперь по результатам общественных слушаний в программу БКД этого года вошла улица Геодезическая. В первую очередь это было связано с вводом в эксплуатацию в этом году новой школы. Большая школа, вчера мы там были вместе с исполняющим обязанности губернатора, и глава города Оби Александр Александрович Мажерин докладывал эту ситуацию, что вот вводится новая школа, больше 800 человек,
И нужно обеспечить безопасный и беспрепятственный проезд и проход к этой школе, в первую очередь детей, школьников. Надо отремонтировать покрытие, надо сделать тротуары, отремонтировать освещение. То, что касается Искитима, Берска и Кольцова, то торги были объявлены вовремя, но некоторые участники аукционов обжаловали действия результатов аукциона Федеральную антимонопольную службу, и поэтому процедура была маленько затянута. Но в ближайшее время контракты будут заключены, но последний контракт как раз город Топин где-то на середину мая последний будет заключен. Ну, вот недавно на совещании глава региона подчеркнул, что Министерство транспорта должно работать на опережение, и план торгов на разработку проектно-сметной документации, его необходимо делать уже сегодня, чтобы не получилось же вот такой же ситуации, когда приходится переносить сроки заключения контрактов. Что сегодня-то вот с этим самым планом? Совершенно верно. То, что торги идут, начинается, в первую очередь, конечно, с разработки проектно-сметной документации. На областные объекты ПСД есть, город Новосибирск это также. По Кольцово тоже у них они начинают в этом году переходящий объект, который будет продолжен в следующем году. ОПИ, Искитим и Берск приступили на сегодняшний момент к разработке проектно-сметной документации по программе 2019 года. Понятно. То есть все будет сделано на срок, видимо, да? Ну, будем с объектами 2019-2020 года. Но вот Андрей Александрович, он также подчеркнул, что последние два года федеральный центр нам неплохо помогает в развитии дорожной сети. И он уверен, что и в дальнейшем финансирование продолжится, и, возможно, даже в большем объеме. Но и нам, в свою очередь, нужно делать все четко, в срок, с высоким качеством. Вот что касается финансирования, каковы объемы, и оно вообще как-то за последний год изменилось? По программе «Безопасной качественной дороги» у нас в прошлом году было 2 миллиарда 250 миллионов рублей, из которых миллиард федеральный. В этом году также миллиард федеральный, но вот вы уже говорили, что почти 2,5 миллиарда, точнее 2 миллиарда 421 миллион рублей. В этом году это чуть больше, чем чуть в больше. Прошлом. Да, мы добавляем областную составляющую и увеличится финансирование из местных бюджетов. В первую очередь это связано с тем, чтобы достичь те целевые показатели, которые изначально были обозначены по этой программе. Это ликвидация очагов концентрации ДТП и приведение в нормативное состояние уличной дорожной не менее 85%. Какие технологии дорожного ремонта у нас в большей мере используются, так скажем, в приоритете? Что у нас? В первую очередь хотел бы отметить, что по программе «Безопасной качественной дороги» мы ориентированы на комплексный подход. То есть не только отремонтировать покрытие проезжей части, но и отремонтировать и бордюры, отремонтировать пешеходное ограждение, разделительное ограждение, привести в соответствие с требованиями дорожные знаки, поставить современные светофоры, нанести долговечную разметку. Поэтому только в подход комплексном подходе можно достичь того ожидаемого результата. Потом, конечно, стараемся, и вот я говорил, что светофоры современные, освещение ставить уже современные, светильники. Ну, по покрытию стараемся делать более долговечное покрытие, применяя щебеночно-мастичный асфальтобетон. Это везде такие технологии используются? Или где-то есть еще вот то, что раньше как-то у нас по старинке, может быть? Нет, это не везде разные технологии. Мы не везде укладываем именно новый слой покрытия. Местами просто идет выравнивание и наносится тонкослойное покрытие, слой износа. Поверхностная обработка, чипсил, слорисил и так далее. Анатолий Викторович, а как вот осуществляется контроль за исполнением вот этих работ касательно дорожного ремонта? И хотелось бы понимать, роль общественности в этом какова? По итогам прошлого года мы практически еженедельно комиссионно выезжали практически на все объекты. Это больше 40 выездов было сделано. И вот это комиссионное обследование включало в себя не только представителей Минтранса и заказчиков и подрядчиков полных работ, но это также было и Федеральное управление дорог Сибирь Росавтодора. Это представители Общероссийского народного фронта, это представители общественности, общественного совета, созданного при Минтрансе Новосибирской области, представители ГИБДД. В таком комплексе, чтобы не каждый по отдельности, а вместе выезжали, выслушивали замечания, предложения, иногда принимали на месте решения.
депутаты законодательного собрания также не стоят в стороне и неравнодушными являются к данному проекту, да, и обязательно смотрят, как данный проект, федеральный проект реализуется. Так это проводится только визуальная оценка? Проводится визуальная, инструментальная и лабораторная оценка. То есть специалисты тоже привлечены к этому? Специалисты привлечены, берутся прорубы, вырубки из асфальтобетонного покрытия, испытываются в лаборатории. Асфальтобетон, бетон, проверяется световозврат дорожных знаков, проверяется светоотражение дорожной разметки. Проверены ли объекты, которые были отремонтированы в прошлом году, в 2017? Если нет, то когда это будет сделано? С завтрашнего дня начинается комиссионное обследование. Я думаю, что мы порядка предела 2-3 недель проведем обследование всех объектов. И в случае выявления каких-либо нарушений, недостатков, подрядная организация будет их устанавливать за свой счет. Скажите, каковы результаты контроля в Новосибирске? Вот я не открою Америку, если скажу, что у нас есть некоторые места, это причем одни и те же, которые каждую весну приходится ремонтировать. Хотелось бы понимать, в чем дело. Конечно, можно сослаться на то, что мы живем в Сибири, и дорога разрушается, но в этом ли дело? Ну, на Сибирь ссылаться, я думаю, это будет некорректно. Много городов и в разных странах, где работа выполняется, и у нас работа выполняется качественно, и объекты не стоят по много лет. Дело, конечно, в первую очередь в большом недоремонте, который был до этого. На момент реализации проекта только 500 километров попало дорог, уличной дорожной сети города Новосибирска, программа безопасной качественной дороги. Только 31% соответствовало на этих дорог на начало реализации программы. Вот, в этом году порядка 30 километров в городе будет по программе БКД отремонтировано. Остальные улицы на сегодняшний момент, город, так сказать, который будет ждать своей очереди в ремонте, городские службы будут их обеспечивает, скажем, безопасный, беспрепятственный проезд путем проведения работ по ямочному ремонту и где-то местами планово-предварительного ремонта. Вообще, есть ли какая-то ответственность мэрии и подрядчиков за вот такую, за некачественную работу, за недобросовестное отношение? Ну, я говорил, что если в случае выявления гарантийных нарушений, гарантийных обязательств, то первая ответственность – это то, что подрядчик будет восстанавливать данные дефекты за свой счет. Также в контрактах и предусмотрены и штрафные санкции за нарушение брака, поэтому также там будет вестись претензионная исковая работа. Вот у нас руководитель области также недавно подчеркнул все на том же совещании, которое недавно проводилось, что у нас требуют ремонта не только дороги, которые находятся в границах Новосибирской агломерации, но также те, что в муниципальных районах, причем во всех. И вот в этом году было принято решение правительством и депутатами законодательного собрания за счет перераспределения направить дополнительно 1,5 миллиарда рублей именно вот на эти цели. По какому принципу будут распределяться эти деньги? Что удастся вообще на них сделать? Средства уже перераспределены. Мы проводили своего рода такие протоколы защиты по каждому району с присутствием главы района, депутатов законодательного собрания, территориального управления автомобильных дорог. И мы расставили для себя приоритеты на год, на два, местами даже на три. По каждому району решение принималось разное, в зависимости от ситуации на дороге и социальной необходимости в ремонте той или иной дороги. Поэтому приоритеты были расставлены, мы просто открыли вот эти протоколы, выбрали объекты. Также объекты, которые обеспечены на сегодняшний момент проектно-сметной документацией. И сейчас все эти объекты практически уже находятся в стадии торгов в разной степени. Готовность некоторые уже вот буквально будут заключаться контракты, некоторые сейчас недавно объявлены. То есть главам нужно идти тоже немножко на опережение, да? У кого есть проектно-сметная документация, тут уже и деньги, собственно, получают. Конечно, есть у нас определенные здесь проблемы. Не все главы муниципальных образований вовремя разрабатывают проектную документацию, оставляют все это на потом. И когда наступает уже период уплотнительно-монтажных работ, только-только вот либо заканчивают, либо заходят в экспертизу с проектной документацией. Такая проблема есть, мы пытаемся вместе с главами ее решить.
переломить маленькое сознание в том, что ПСД надо делать заранее, готовить сани летом. Чтобы потом не приходилось жителям говорить, что простите, вот, а денег нет, да? В проекте «Безопасные качественные дороги» говорится, что до 2018 года включительно планируется провести некапиталоемкие мероприятия, связанные преимущественно с содержанием, обустройством и ремонтом дорожной сети. А вот после 2018 года уже планируются мероприятия, связанные со строительством и реконструкцией дорог. В этом плане, в нашем регионе, какие поставлены задачи, каковы вообще здесь перспективы? Ну, я напомню, что Новосибирская область является единственным регионом, которому разрешили уже в 2017 году приступить к реализации капиталоемких объектов. Мы провели реконструкцию дороги Вертула-Ленинская АБГЭС, ввели в эксплуатацию в прошлом году. В прошлом году начаты, и в этом году продолжается работа по реконструкции дорог К-17Р, это на Артынское направление, К-19Р, это на Новокузнецк, и Новосибирск-Садовый, выход на северный обход, там также продолжается реконструкция. В этом году Кольцово приступило к строительству дороги номер 10 и номер 12. Номер 12 переходящая будет на следующий год. Город Новосибирск в этом году разрабатывает проектно-сметную документацию, опять, чтобы синхронизировать реконструкцию начата на региональной сети с городскими улицами. Это и Гусинобродское шоссе, и Кедровое, и так далее. Потом работа в этом плане идет. Но на сегодняшний момент, можно сказать, что Минтрансом заказана работа, научно-исследовательская работа по разработке транспортной стратегии Новосибирской области. Торги выиграл Сибирский государственный университет путей сообщения. Вот буквально завтра они предоставляют отчет там по второму этапу. Я думаю, что мы к концу мая должны получить какие-то итоги реализации. И, конечно, это будет, скажем, подвержено процедуре общественных обсуждений, общественных мнений данная стратегия. Вот, и надеюсь, что в данной стратегии как раз и будут определены также дальнейшие точки развития области в плане дорог. Это новый виток развития региона, можно сказать, в целом, да? А как нам удалось оказаться так впереди планеты всей, что мы пока что единственный регион, кому уже разрешено заниматься вот такими работами? На уровне договоренностей? Просто была проведена грамотная защита региона в Росавтодоре и Минтрансе, и доказана необходимость здесь и сейчас начинать данный объект. Ну, это просто отлично. Ну что ж, пусть наши дороги будут ровными, безопасными. Спасибо вам большое. Это была программа «Отдельная тема». Я Людмила Чуевская. Увидимся.